Сегодня без ажиотажа, без всяких спортивных уклонов, мы с тобой прикоснемся к легенде. Я готов касаться. Готов. Пойдем. Здравствуйте. Сегодня в программе «Наши тесты» легендарный Харли Дэвидсон, модель Fat Bob. Слушай, Андрюш, я все понял. Твоя драматургия мне понятна, только ты, по-моему, неправильно поздоровался. Раз у нас сегодня такой мотоцикл, надо было сказать «Здорово, кабаны!» О, как надо было. Может быть, ты и прав, но я думаю, мы не будем вбиваться в эти рамки, да? Если у тебя Харли Дэвидсон, то ты реальный пацан. Если у тебя нет Харли Дэвидсон, значит, ты лошара последняя. В конце концов, это мотоцикл, у него два колеса, двигатель внутреннего сгорания. И мы его сегодня разберем, посмотрим, как все это ездит, управляется или нет. Давай посмотрим. Ну, давай, наверное, сразу перейдем к сути вопроса. Я расскажу тебе такие короткие пункты безопасности, именно по чопперу, потому что здесь нет ни пластика, ничего, да? А самое главное, вот эта вот накладка, даже на глушитель, накладка даже, она прилично нагревается. Поаккуратнее с правой ногой, потому что будет греть. Я понял. Слушай, на самом деле очень странное, конечно, впечатление на меня оказывает вот эта вот правая часть двигателя. Это нормально для американцев, да? Почему столько всяких надписей, по-моему, дурацких? Вот, например, Six Speed, насколько я понимаю, это 6 передач, да? А что, то есть для Харли это такой прорыв, да? То есть до этого было 3. Нет, до этого было 5, и было 5 очень долго, да? И вот только в последние 2 года, по сути, Харли перешел на 6-ступенчатую коробку передач. Но я думаю, это все-таки что-то такое, знаешь, американское. Вот люксури, там, 6 скоростей, твинкам, вот все надо написать. Все ребята должны видеть, что у тебя нормальный аппарат. Что у тебя все в порядке между ног. Слушай, расскажи-ка мне про эти покрышки, я ничего не понимаю. Вот интересная особенность, да, этот мотоцикл семейства Dyna. У всех Харлиев и всех чопперов тонкое переднее колесо большего диаметра, чем заднее. Да? Угу. Здесь, как мы видим, все наоборот. Колесо толстое, да, довольно-таки. Диаметр 17, как и на заднем колесе. Причем, обрати внимание, здесь даже на резине написано «Харли Дэвидсон». Хотя, на самом деле, это Данлоп. Чтобы, опять же, парни не спутали, да. Да, хотя, на самом деле, конечно, это Данлоп. Они не могут уже поднять глаза на бак, чтобы они на колесе увидели, что тут реально все. Да, то есть, выползая из бара, ты понимаешь, что перед тобой стоит Харли Дэвидсон. Даже читать бак. Протектор почему такой? Я не могу. Протектор? Не знаю. Ответить на этот вопрос не могу, знаю только одно. Это покрышки ставятся только на эту модель, только на Fat Bob. То есть это вот такая специальная разработка компании. Видимо, если реальный кабан, выползая в дугу из бара, он понимает, что ему надо объехать полицию на дороге, он едет по проселочной дороге, чтобы там с ним ничего не произошло. Можно ли ездить по проселочной дороге, я не знаю, потому что не съезжал. Избави бог, да, на таком тракторе съезжать с асфальта. На асфальте вроде держит ничего, на мой взгляд. Да, конечно. Причем, обрати внимание, здесь довольно-таки мощный такой диск, да, у которого практически, да, он не спецованный, ничего, он литой. Конечно, потому что когда ты едешь из бара в этом состоянии, ты же не будешь объезжать ямы и булыжники. Ты должен прямо ехать. И вообще, в этом мотоцикле, вот может быть, это кроется в названии, да, вот этот Fat Bob такой толстый, да, здесь все металлическое. Здесь металлический корпус фары, здесь стеклянные сами, как бы, все уже делают пластиковые фары, слушай, да? Здесь стекло. Сколько же он тогда весит-то? Он же, наверное, больше 300 килограмм. Здесь каждая гаечка, каждый болтик, каждая штучечка металлическая. И вот это вот все при общей визуальной легкости, ну, как бы относительной, да, создает вот эту вот дополнительную массу. Ну да, в принципе, 21 век же, откуда сейчас какие-то современные технологии, облегчения, там, я не знаю, там, композитные материалы, нанотехнологии, да? Вот садишься на вот эту вот хрень и понимаешь, что ты фермер настоящий, который едет на тракторе. Ну, и мне так кажется, хотя я на нем еще не ездил. На самом деле тебе так кажется, потому что ты еще не ездил. Давай расскажу тебе о некоторых особенностях, чтобы сразу тебя не пугало в дороге. Включается мотоцикл поворотом вот этой большой хромированной рукоятки. Да, не промахнешься. Она, кстати, тоже металлическая. Не возникает вопрос, ключ там? Ну да, а куда ключ-то вставлять? Загадочно. Или тут смарт-карты, как на современных автомобилях? Да, 21 век. Я тебе сразу отдаю ключ в карман, потому что ты сейчас на этом поедешь. Ага. 2 метра расстояния, он тебя видит, понимает, что это ты. И в этот момент он активируется. Я отхожу, он глохнет. Или нет? Ты знаешь, глохнет или нет, я не знаю. Ага. Но то, что завести его будет нельзя, это точно. Ладно, хорошо. Знаешь, что я сейчас понял? Что я с касочкой немножко промахнулся.
Ты же мне не сказал, что мы сегодня катаемся на чопере? Надо было взять что-нибудь такое, вот такое. Да, я понимаю, что можно было взять а-ля немецкий шлем и большие черные очки, но безопасность превыше всего. Интегральный шлем, на мой взгляд, все-таки самая надежная вещь. Ну что же, Борь, последние инструкции. Крайние инструкции перед тем, как ты таки поедешь на этом мотоцикле. Ну, ты садись. Спасибо. Слушай, может его завести, чтобы он погрелся? Не нужно. Двигатель воздушного охлаждения, он нагреется довольно быстро. Сейчас тепло. Так. Значит, обрати внимание, что у тебя только один прибор, который меряет скорость. Не надо орать. Я тебя хорошо слышу. Указание о том, что ты включил нейтральную передачу, загорятся на этой панели. Не очень удобно, приходится опускать голову. Ага. Вот видишь, зеленый, да, нейтраль. Ага. Но не самая крупная сигнальная лампочка, но ее видно. Она как бы вот хорошо сделана, действительно, этот зеленый цвет, его видно. Угу. Все остальное настоящего владельца Harley Davidson интересовать не должно. Обороты, двигатель. Бензин вот здесь. Ёлки-палки. Такая, видишь, стилизованная. Здесь пробка заливная, здесь а-ля пробка, но с указанием топлива. Да. В принципе, это тоже не нужно, потому что, если что, загорится желтый индикатор. Да, и в прериях ты сразу найдешь заправку, ты понимаешь, да. И ты уже заправишь 5 галлонов бензина. 5 галлонов бензина. Это сколько? 5 галлонов бензина – это 19 литров. Ну, это на самом деле немало. Да, на самом деле. Но, видимо, он и жрет много, да, поэтому нам сложно сказать. Вот посмотрим. А в остальном все просто. Ворачиваем, заводим, подножку, понеслась. Обрати внимание на звук включения первой передачи. Ты почувствуешь себя дух ковбоя, реальных милуокских парней. Вы не слышите? По-моему, Борис кричит: «Разрази меня гром, я еду на Харли!» Оказывается, на чопере можно ездить! Не слышите? Видимо, шлем скрыл от наших ушей эти и другие, возможно, менее цензурные высказывания. Но главное другое. Неподготовленный водитель, никогда не ездивший на чопере, без труда освоил Харли Дэвидсон. Разгон, торможение, поворот – все как положено. И труда никакого не вызывает. Ну что, Боря, я тут уже все парковые дорожки изгулял, пока ты катался. Ой, братан, я надеюсь, тебе было лучше, чем мне. Я совершенно опустошен, я просто без сил от этого трактора. Кошмар какой-то. Ты не представляешь, я, конечно, слышал от многих любителей чоперов, что это такая харизматичная штука. Но я, честно говоря, не представлял, что она настолько харизматичная. У меня... Ноги будут дрожать еще, наверное, целую неделю. Это какой-то ужас. Я, конечно, не самый длинный парень в этом городе, да? Но, тем не менее, я еле-еле дотягиваюсь до подножек. И причем, когда я к ним, до них все-таки дотягиваюсь, у меня ноги очень сильно прижимаются к мотору. И вот эта вот вибрация на холостых в момент остановки, она просто меня все переворачивает. Видимо, настоящие милокские парни гораздо выше, чем мы с тобой. Да, и крепче, да. И крепче. Ну ладно, расскажи ощущения. Харизма харизмой. Да. Я что-то смотрю, ты действительно немножко не в себе. На самом деле, действительно, удовольствие я не получил. А если и получил, то это какое-то, знаешь, очень извращенное удовольствие. Основные минусы. Вибрация, большой вес, широкий руль, неудобные подножки, неудобная посадка в целом. А одним словом говоря, неудобная эргономика. Ну, еще один к тебе вопрос. Я специально молчал об этом нюансе. Хочу спросить тебя про тормоза, потому что я ездил на этом семействе Дайна 2 года назад, тогда был один диск спереди и обычная резиновая магистраль, и мотоцикл не тормозил в принципе. Сейчас 2 диска спереди, армированные шланги, по идее это все должно быть работать. Вот первое ощущение у тебя. Зачем спрашивать о том, чего нет? На этот мотоцикл забыли прикрутить тормоза. То есть, конечно, диски вперед 2 диска, назад 1, армированные шланги, рычажочек, педалька, все это вроде бы есть. Но это совершенно неэффективно. Ну что же, с твоих слов задача моя сейчас будет довольно-таки сложная, потому что нужно все-таки мне понять, что же, может быть, спортивного есть в этом мотоцикле, и все-таки определиться до конца с управляемостью. Но, думаю, наверное, теперь буду побаиваться. Мне кажется, самая спортивная здесь вещь – вот эта вот клевая накладка на бак. Просто очень стильная и очень гоночная такая. Ага. Ну хорошо, тогда я прыгаю в седло
И через какое-то время мы с тобой меняемся впечатлениями. Вот это да! Бёрнаут с первой попытки. Легко и непринужденно. Вот что значит обилие крутящего момента на низах. Ай да мотор! Ускорение, кстати, тоже вполне ураганное для 300-килограммового аппарата. Но на таких байках не участвуют в драг-рейсинге. На них неспешно катят. Но поворачивать иногда приходится. Говоря по правде, я ожидал, что с управляемостью все будет намного хуже. А нет, в повороты мотоцикл ложится без особых усилий, причем поначалу, не рассчитав угол, корябл глушитель и затирал об резиновые подножки. Итак, разгон похвальный, поведение в поворотах по чоперным меркам неплохое. Как обстоят дела с тормозами? Борис утверждал, что их нет. Все есть! Искал он их, видимо, не там. Переднего хватает для обычного торможения. Нужен больше эффект? Смело нажимаем педаль заднего тормоза, и мотоцикл останавливается в расчетной точке. Ты знаешь, ты во многом оказался прав. Да? Странно. Да, так и есть. Действительно, можно зацепиться всякими железными накладками, но это применительно к правой стороне, потому что глушитель все-таки справа. Слева дотянуться до подножки немножко сложнее, но, конечно, тоже можно. Ну, кстати, при желании можно все. Вижу на левой крышке коробки тоже царапина, видимо, скользячка какая-то была. Ну, не у тебя, может быть, но у кого-то. Нет, ну, может быть. Причем, обрати внимание, здесь стоят дуги. Дуги – это не как бы заводское исполнение. Это уже такой тюнинг, который, в общем-то, да, ну, обязательный для такого рода мотоциклов, потому что любое падение на нем чревато очень большими затратами. Потому что тут же ты попадаешь на бак, на крышку коробки, все остальное. То есть вот эта вся красота, да, там вот задний амортизатор железный, все это приходит в негодность. А говорят еще, что спорты дороги при падении, да? На самом деле там же куча пластика просто-напросто, да? А здесь пластика нет, он вроде бы naked. Но все равно. Да, здесь пластика нет, но, понимаешь, проблема вся в том, что тут нужно менять подетально, а запчасти на этот мотоцикл, сам понимаешь, стоят немало. А сколько сам-то стоит мотоцикл? Подожди, с ценой не забегай вперед. Значит, тащение на тему управляемости. Действительно, ну, это далеко не спорт и не классик, да? Здесь все понятно. Длинная база, а рулиться это оперативно не может. И тем не менее, мотоцикл на редкость отзывается на контруление. То есть на нем действительно можно довольно смело перекладываться, да? Не цепляясь всем железом, который ну, есть. Просто, может быть, не надо так делать глубоко, как делал я, вот и все. Ну да, просто вопрос в том, что когда ты на нем ездишь, ты, наверное, уже этот угол оцениваешь, да, и поймешь, когда уже пора цепляться, а когда еще не пора цепляться. Да, согласен. Да? А, плюс, для Харли Дэвидсона у него очень неплохие тормоза. Действительно, вот эти два диска спереди и армированные шланги, они сильно улучшили динамику по сравнению там, с 2-3 годами раньше, когда вот это семейство было с одним диском впереди. Хорошо. Вот. А, что касается подвески, то действительно, с задней подвески проблема. Это проблема как бы всех чоперов. То есть мы не будем даже говорить применительно к этому мотоциклу. Действительно, очень короткоходный амортизатор, жесткая пружина, чтобы выдерживать тебя, пассажира. Да, здесь же должен ехать милукский дядя килограмм на 150. Может быть, в таком сочетании это и будет хоть как-то работать, действительно подбрасывает на неровностях. Но зато вот я говорю, харизма, ощущение того, что... Что ты с этой харизмой достал меня уже? Я не могу на этом велике ездить. Он мне говорит, харизма, харизма. Ну где харизма-то? Я его даже сдвинуть не могу, он 300 килограмм весит. Сколько этот велик стоит? Я задал тебе простой вопрос. Только я прошу тебя, не падай. 19 500 евро. Все, пока. Вот видите, Борис не выдержал такой суммы. Действительно, может быть и великовато. Но согласитесь, покупая этот мотоцикл, вы покупаете какую-то частичку легенды. Наверное, за это и деньги.